Новый гость Евгения Додолева прошел испытание на прочность. Актер, режиссер и продюсер Сергей Гинзбург. Показывали на меня пальцами, смеялись, смотрели в мой паспорт. Устоял перед моральным давлением. А почему и когда было принято решение вот пойти по богемной стезе? Это был шантаж. Во как. Выбирай, либо тебе двойку поставлю по математике, либо ты вот записываешься в театральный кружок. Выдержал физические нагрузки. Занятия спортом как-то помогли эти навыки? Там, тогда, на вершине, он его пер вниз, а тот сломал ногу. И с успехом сдал квалификационный зачет. Работа с рекламой – это легкий жанр или это такое же кино? По поводу тебя там такие были битвы. У меня был шок, я вообще не понимал. «Золотая рыбка» Сергей Гинзбург. Премьера. Ну, мне было по барабану, мне надо было выживать. Смотрите в пятницу в 10:00. Москва. Доверие. Теперь на 22-м канале во всех телевизорах Москвы. С любимыми не расставайтесь.